Всем привет, ребята, меня зовут Саша, и вы на канале Рыбка Плей. И сегодня, наконец-то, я буду убивать кокосового краба. Да, я оттягивал этот момент до последнего. А сейчас я все же попробую его убить. Так, поехали. И убивать мы будем вот таким вот уликом. У меня здесь достаточно много боевых пчел, но, правда, не все низкого уровня. Краб у нас 12 левела, как мы помним, а пчелы у нас максимально 10. То есть будет много промахов, но как бы мы его в любом случае убьем, просто на это будет нужно потратить определенное количество времени. Я думаю, что минут, наверное, 20 я его буду убивать. Так, ну что ты, краб, вылазь. Так, вот он, наш краб появился, и вернемся с вами к крабу, когда у него уже останется совсем немножко времени. Вот, будем его добивать уже вместе с вами, зафиксируем этот момент. Первое убийство моего краба в Бисфарм симуляторе. Так, ребята, мы уже сняли к нашему крабику 100 тысяч хп, осталось у него 150. Как видите, он активно у нас пытается прибить кокосом. Но мы упорно сопротивляемся и продолжаем бить нашего краба. Цель уже совсем близка. Так, ребята, уже у нас осталось 100 тысяч жизней у краба. Я всячески стараюсь уворачиваться от кокосов, которые он в меня швыряет. У меня это пока получается. Еще ни разу он по мне не попал. Ай, чуть не сглазил. В общем, ребята, вернемся, когда останется 50 тысяч. Так, ребята, чуть-чуть я прозевал, уже вот у нас 43 тысячи осталось. Так, внимательно и очень осторожно бегаю, чтобы не убить, точнее, чтобы не убиться краба и не получить кокосом по лбу, поэтому прозевал этот момент, когда у меня оставалось 50 тысяч жизней у крабика. Вот, вернемся уже, я думаю, когда будем его добивать. Так, ребята, осталось у нашего краба последние 6 тысяч хп. Я думаю, что мы сейчас его уже быстренько добьем. Потратили мы на его убийство, как я и предполагал, в районе 20 минут. Вот сейчас мы шипы подберем, и останется у него совсем немножко. И да, я наконец-то убью его. Все, я думал, надо, не надо пробовать его убить 10 пчелами. Ну, в принципе, 20 минут терпимо. Когда пчелы будут хотя бы 11 уровня, я думаю, что это будет все намного быстрее происходить. Так, у нас закончился к этому времени второй рюкзак уже. Больше у меня нет конвертеров, поэтому я собирать пока больше не буду. Так, остается 1000 хп, 700 хп, 600 хп, 300 хп, 100. Ура! Так, теперь нужно все собирать, правильно? Я, насколько я знаю, что здесь у нас идет дроп такой, что... А, все, то есть даже можно этим линком собирать. Вообще отлично. Так, и что у нас теперь? Один день, 12 часов. Полтора дня у него респаун. Угу. Значит, можно тут будет пофармить. Бейджик сделать или парочку. Так, и первый раз я попадаю в магазин кокосовых вещей. Здесь что у нас? 7 секунд краба убивают? Да ладно, вы что, ребята, смейтесь, я 20 минут его убивал. Так, посмотрим, что здесь у нас, что дают. 150 кокосов надо. Дурацкий чат, как тебя свернуть? Уйди с дороги. Как чат сворачивать, кто знает? А, вот этой кнопки. Ну вот, так, еще раз смотрим, что у нас там. Open Shop. 150 кокосов, 50 напитков, 100 клея и 100 масла. 10 миллиардов меда. А у нас что вообще есть там? Ну-ка, давайте посмотрим по кокосам. Что у нас по кокосам? 16 напитков, надо 50. Ага. Кокосы, где вы? И у меня 137 кокосов, а надо 150. Клея у меня... Где клей? 78, масло у меня 66. Ну, в принципе, возможно, мы поменяем приоритет покупки и купим сначала тапки кокосовые. А что там надо на
канистра. Вот канистру бы нам, конечно, бы обновить, чтобы вот здесь у нас была бы больше сумма сбора. 150 кокосов, 150 напитков, 150 того, 150 того. Тоже, в принципе, не так уж трудно собрать. О, нам дали кокосовый буст. Так, ну что ж, ребята, здесь все отлично, все понятно. Тут где-то еще есть какие-то нычки, я их потом соберу, не помню, где они тут. А, вон туда можно залезть, что-то забрать. А ну-ка, залазь давай. Оп, 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 билетик. 5 тикетов, 5 джели и 5 энзимов. Один энзим. Так. Ну что ж, ребята, вот такой ролик у нас получился сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.